Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Всем ходор, с вами Янок, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру под названием Call of Juarez Gunslinger. У нас четвертая часть прохождения на очереди. Название миссии — «Танцы с отступниками». Давайте начинать. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high, they tickle the nether regions of heaven. Блин, будто я в Skyrim попал. Сейчас тележка будет. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Такая мелодия, будто меня кто-то... Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. И... Как оказалось, за нами следят волки. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Мне как-то не хотелось бы, чтобы меня сейчас убили в самом начале. Но чувствую, все к этому и ведет. Так, это не волк. Но выстрелить надо было попробовать. Прошу прощения, птичка, я... Меня буквально... Начали на русском отображаться. Видимо, раскладка. Ну, давайте. Да, чувствую себя не очень хорошим человеком. Видимо, по тем я не могу попасть, либо я просто не попадаю. Ну, логика, да? Что нам? They saw me before I saw them. Вот это поворот. Вот это поворот был, однако. Ну, будем надеяться. Да ж чё? Не хватало сейчас умереть. От Апачи. But now that the shooting has started, there was no backing down. Сейчас буду умирать от Апачи. Но Апачи здесь очень крутые. Чирикауа. Да. Так. Чё-то как-то я вообще не попадаю. Ну, знаете, считали, что не радость вообще. Ой, ну, хоть сейчас попал. В упор практически. Ну, по крайней мере, мне пока хватает патронов на них. Да попади же ты!
Не, что-то со мной явно не так. Видимо, с последнего видео я растерял хватку. Хотя какая там хватка? Я и тогда мазал же. Довольно часто. Да что ж такое? Разыщите в пещерах Серого Волка. Окей. Ничего, ничего, сейчас я разыграюсь. И наверняка смогу затащить по стоящим мишеням. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you're in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussing. Знаете, меня реально сбивает с толку то, что мне предлагает мне почему-то на русском, хотя раскладку на английский уже поменял. Ладненько, давайте посмотрим, что я могу вкинуть в навыках рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях. У меня на очереди охотник за головами, больше концентрация за попадание в голову. Это хорошо. Постреляйте по головам, чтобы сосредоточиться. За каждое попадание в голову вы получите на 50% больше концентрации, чем обычно. Это интересно. Так, и гренадер. Стрельба по брошенному динамиту. Устраивайте красочные фейерверки и попутно наносите урон, бросив связку взрывчатки. Вы легко сможете подстрелить ее от бедра, так как прицел вашего оружия будет сам следовать за динамитом. Просто нажмите левую кнопку мышки, чтобы взорвать его в воздухе. Тоже как бы прикольно. Но я, наверное, выберу все-таки охотник за головами, больше концентрации. Так, а что у нас здесь? Давайте, может быть, я... Давайте посмотрим, что у нас другого может предложить. Стрелок с двумя стволами. Больше патронов на пистолет. Более долгие комбо. Не выходите из своего убийственного безумия так быстро. Окей. А что у нас в зверолове? Тоже новые патроны и более высокие комбо в концентрации. Ну, то есть практически одно и то же. Ладненько, давайте продолжим рейнджера, и пусть это будет охотник за головами. Быстрее будем набирать концентрацию, что же тоже уже хорошо. Какой-то странный звук тут. Ага, меня возвращает на путь истинный. Кстати, а как они так быстро стреляют-то? С винтовок увидели? Так пух-пух-пух-пух. А ну я так могу по скорости? Нет. Видимо, у меня не та винтовка. Я просто не тот тип винтовки. Хотя, вроде похоже. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit. They had torches on the wall. Так, я могу использовать концентрацию, но я почему-то о ней постоянно забываю. Храню, так сказать, на самую непредвиденную ситуацию, когда уже придется сражаться с толпами противников. Так, я здесь что-то нашел. О, сколько чего я тут только здесь не понаходил. Взять секрет. Так. Здесь патроны. Замечательно. Это то, что мне нужно было. Патроны. Намного больше патронов, чем у меня сейчас. Так, ну он не мог быть здесь один. Да. Мне главное, чтобы со спины ко мне не забегали. А то мне как-то смущает навык. Вас будут предупреждать о врагах, бегущих из-за спины. Блин, я промазал. Ну надо же, я промазал в такой ситуации. Ну ладно. Будем считать, что это случайность. Ну а сейчас все нормально произошло. Да?
Так, а почему мне не работает удар в упор? Видимо, во время зарядки он не особо любит, да? Это делать. Ладно. Да, туда, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Как же по тебе прицелиться? Мой аим оставляет желать лучшего. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Так и хочется сказать, вы идете по стопам двух юных хоббитов. Потому что я не знаю, куда мне надо идти. Как-то подозрительно по воде идти. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. And if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Так. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rain. I have no tears. He said голову, но не попадает. A coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. Знаете, здесь в этой игре надо учитывать то, что стрельба на ход здесь бесполезна. Тебе надо стрелять именно в ту точку, где находится персонаж в эту секунду. Вот серьезно. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Так, сколько их еще здесь будет? Мне это уже начинает напоминать наше второе прохождение. Где миссия с дедулей была. Забавно. Давайте пойдем сначала, наверное, патроны подберем. Чтоб уже наверняка, потому что не знаю, какие нас ожидают препятствия, приключения. Возможно, мне будет реально не хватать амуниции. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Я чё-то боюсь прыгать. О, не, нормально. Неужели у нас есть паркур? Есть? О, нет, нормально, стоп. Я куда-то не туда побежал, видимо. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Whoa. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least three or four. Well... More than that, little lady. Юная леди. Ну да. Молли там настолько юна. Работая в борделе. Так, чувствую по крикам. Нас ожидает еще много противников.
Но в любом случае я здесь стреляю лучше, чем я это делал в Red Dead Redemption 2. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it? Ой, какое нехорошее место. That crafty son of a bitch led me right into a trap. Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were так, we? Нам предлагают левел ап. Surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of. Да откуда ты взялся? Паника. Мне начинает появляться паника. Радует то, что они не особо меткие. То есть практически такие же, как я. Мы в равных условиях. End, me, да ладно. Куда оно делось? Что это за магия? Ладненько, давайте посмотрим, что я могу еще прокачать. Видите ли. Подсказки о врагах за спиной. Давайте я изучу это, потому что, как показывает мне практика, за спиной они все-таки могут появляться. Уже, по крайней мере, несколько человек так было. Так, надеюсь, я правильно бегу. Вернее, бегу, иду. Да ладно, он может превращаться в волка? Он что, друид? Ну, вполне реально. Never did find him. Все? And never did collect my goddamn bounty. Прикольно. Прикольно. На самом деле, очень интересное задание, но я думал, оно будет сложнее. Хотя было пару моментов, где я чуть не умер. Ну что ж, давайте продолжать. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not. Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Братья Далтоны. На следующий эпизод. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right. I did my best, sir. We all did. Меня зовут охотником за головами. Серый волк шаман Апачи сделал Сайлосу таинственное предостережение, предупредив об опасности утонуть в яде чего-то там. Окей. Ну давайте, начинаем. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith. And he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. То есть мы сейчас, у нас повествование за другого человека. Прикольно. About how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, you'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Так, это мои друзья, правильно? Правильно. Нам необходимо в банк. Half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. Ну, вроде бы со всеми справился. Правда, не сильно удачно, но все равно.
не с первого раза, так сказать, убил. А вот сейчас я справился. Brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. То есть Бен тоже. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Так, я так понимаю, мы сейчас вообще все события будут с разных ракурсов. Now they finally had him dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. You gotta wait for some bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Не особо видно. Ух ты. У нас и лестница появляется с небес. Shouted, hey, going, no блин, ну мне нравится вот эта вот история с повествованием. Когда, знаете, какие-то части такие вот, то кусок скалы пропадет, то лестница появится. Как раз из разряда рассказов баек различных. Как я понял, мне необходимо наверх залезть, да? Странно, что никто сзади не прикрывает проход. Ну, ладно. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Ух ты. Смогли запрыгнуть. Воу. Что-то взорвалось внутри. We've got company. Heroic men like him did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Что-то мне напрягает то, что мне предлагают поменять на дробовик. Но я не буду поддаваться этому искушению. Хотя, видимо, надо было. Да не, вроде так справляемся. Скорострел. Не самое лучшее оружие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чуть не умер. Чуточку еще пи, все. Видимо, у этих героев героев повествования все-таки по ХП похуже все обстоит. По сравнению с нашим основным героем. Да ладно! Ну, опять я что-то зафейлил. Давайте вышибаем дверь. Came away victorious, taking down those thieving Daltons. Как-то каждый раз меняется внешне вот все. Хотя вот эта часть вроде бы одинаковая. Silas Greaves. And when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. То есть нам еще сейчас третью точку по... Ну, третье повествование этого конфликта расскажет. Интересно. Доберитесь до банка, не дайте Далтонам сбежать. Окей. Федеральный банк. Лидер, любовник, лох, братья Далтоны. Да, и, видимо, лохом быть очень невесело. Months, finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them.
but they still had friends in Coffeyville. Waste your bullets. Go ahead. Я вообще могу по ним попасть? Видимо нет. Не дайте Далтонам сбежать. Вроде правильно двигались. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons, which wasn't any surprise. Мне кажется, я зря сюда пошел. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths. Pissing off the Hoffers, whose daughter recently married a Smith. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Так, в этот раз я выжил. Конечно, очень неудобно заряжать револьверы. Прям вообще неудобно. Так, хорошо. Блин, тут дом один в один, как в самом начале у нас было. Прям вот полностью похож. Давайте вышибаем дверь. И ничего здесь, да? А я-то думал сейчас как эффектно. Ну и вполне эффективно было бы. Секрет. О, левел ап. Замечательно. А на что у нас здесь? Казнь ближайших врагов. Попадайте в голову, даже не целясь. Нажимайте и удерживайте Q, вы будете расходовать вашу концентрацию на обозначение ближайших врагов для казни через безупречный выстрел в голову. Чем больше концентрации вы пожертвуете, тем больше их умрет. Да. И у нас появилась новая винтовка. Легендарное оружие. Золотая винтовка. Не знаю, что она дает. Мы, видимо, я быстрее нажал, получил новый левел, чем... Чем нам показало оповещение. Вау. 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 Это все, конечно, хорошо, но мне кажется, мне надо было просто как-то что-то сделать совсем по-другому. Не? Или да? О нет, что происходит? He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Спрячься-ка я за этот кадр. Ура! But Emma Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. Очень странная перестрелка у нас была. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Очень странная была перестрелка. But I have to admit, that boy had grit. Ладно, ребят, мы будем на этом заканчивать. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и приходить на мои трансляции на Твиче. Там я трансляции провожу довольно регулярно, и мы сможем с вами пообщаться в режиме онлайн, если вы захотите. Ну а с вами был Янок, и всем ходор!